Здравствуйте. 29 декабря, 30 лунный день, в созвездии Барсват с элементом Земли. День священнослужителей, благоприятный на юго-запад, обучение высшим знаниям, давать наставления, принятие учения, медитация, размышления, изучать сакральные тексты, печатание книг, начитывание книг, в дальнюю дорогу, определять место строительства, создавать формы дизайна, проявление творчества, проявление щедрости, планирование на будущее, устранение негативных проявлений. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, в материальном достатке, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам и силу, устраняющей негативные проявления. День со знаком Хатхунаир, поэтому неблагоприятен для операции иглоукалывания, кровопускания, стрижки, даже соответствие установления фундамента, давать обещания. Благоприятен для людей, родившихся в год, коровы, змеи, неблагоприятен годам, лошади, мыши, зайца. На их березке дым грудование, комбогунгорские сыны, деважен дуване, очевание сунды. Верьте в себя.